На берегу Малаховского озера прошел третий этап первенства Московской области по пляжному волейболу среди спортсменов до 19 лет. За выход в полуфинал боролись 40 команд из 15 городских округов Подмосковья. Более подробно расскажет Богдан Колесников. Никита Сидько с детства играет в классический волейбол. Пляжным занимается только второй месяц. Наравне с более опытными игроками сражался за победу до последнего мяча. Меня привлек этот спорт тем, что два игрока и песок как бы изнуряющий, тяжелее и интереснее играть. Сыграли мы так себе, потому что не хватает приема и опыта игры, и сыгранности с партнером. Поэтому мы проиграли, к сожалению. Будем оттачивать уровень, больше тренироваться, в следующий раз выиграем. Соревнования по пляжному волейболу такого уровня в округе проводят впервые. Спортивная база и условия для проведения регионального турнира гостям понравилось. Люберцы встретили хорошо. Здесь очень хорошие площадки, их особенно много и быстро идет игра. Мы прошли уже два этапа, сейчас будем играть третий этап за выход в полуфинал. Настрой боевой. Мы готовы побеждать. Побороться за выход в финал готовы все участники. И для этого у них все есть. Спортивная подготовка, командный дух и умение слышать наставления тренера. Для нас это, соответственно, очень большое достижение, что мы смогли это сделать, организовать такого уровня. Вот, что всячески это способствует развитию на местных игроков. Вот. Но в целом мы рады, конечно, проводить такое мероприятие здесь. У нас от городского округа участвует порядка 6 пар. Сильнейшие команды в своих возрастных группах встретятся в финале. Его проведут в Солнечногорске. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.